Привет, сегодня новый день, правда уже вечер, вон там закатывается уже солнце, мы сегодня протупили сегодня, разлипали весь день, сейчас все-таки выехали в Инкерман, все болит после вчерашнего. Поедем сейчас, короче, смотреть, там крепость должна быть и монастырь пещерный. Угу. Ну не знаю, доедем, не доедем, уже вечер прям самый вечер. Автобусик подходит. Ништяк. Че, садись в любое место. Да, без разницы. А, подожди, мы не посмотрели, он точно туда идет. Все, мы приехали в Инкерман, даже еще немножко светло. Поэтому торопимся, чтобы что-нибудь снять, чтобы там видно было. Быстрее бежим. Не знаем пока точно, куда идти, но вот вроде тут дорога сейчас будет. И там будет крепость, короче. А там мы проехали уже женский монастырь. В скале тоже был. Доставай уже, да. Пойдем. Что-нибудь снять? Блин, пошли в жопу, пришли. Не знаю куда. Нам куда-то туда. Ложки. Пришли и тут. Обрыв. Прикольная дырка в скале. Вон там крепость. Сейчас мы никак не дойдем до нее. Вот озерцо тут красивенько. Вот и крепость та самая. Темненько уже, конечно, стало. Я тут карабкаюсь на крепость, на эту стрёмную дорогу. Оп. Короче, вот монастырь сверху. Мы пока не знаем, как спуститься. Там какая-то дверь. Короче, мы там кое-как прошли, уже прям вообще темно, ничего не видно. Нас, я думаю, тоже не видно. Мы через храм там спустились по какой-то стрёмной вообще тропиночке. И не стали туда дальше идти, там все закрыто. И, короче, вообще никого нет. Вот мы выходим сейчас там в город. И все, будем выбираться, короче, домой. Вот, тут хоть вот свет есть. Так что, думаю, вряд ли эта камера что-нибудь будет снимать еще. Вот так могу сделать. Все, всем пока.